Признание в любви. Оригинально поздравить свою вторую половинку с Днем всех влюбленных могут саратовцы с помощью акции РЕН-ТВ «Соединяет сердца». Чтобы стать участником, нужно отправить заявку в редакцию нашей телекомпании и рассказать свою историю любви. Самые интересные получат приз – оригинальное поздравление с 14 февраля. Историю любви нашего третьего претендента смотрите в нашем сюжете. Геннадий, 55 лет, инженер. В браке 33 года. Жена Марина, 51 год. За время семейной жизни Геннадий посвятил жене более 30 стихотворений. На своем примере мужчина хочет показать, что настоящая любовь с годами становится только сильнее. Я ее когда впервые увидел, это было, знаете, удар. Вот говорят, удар по голове. Вот это был удар по голове. Такого сочетания строгости, какой-то нежности одновременно и доверчивости. Не знаю, я уже был опытным человеком, после армии поступил, поэтому для меня было откровением, что я способен такие чувства сильно испытывать. Причем это, что называется, любовь с первого взгляда. Сразу же начал писать стихи, посвящал ей песни. Марина, конечно, оказалась, что она прекрасно готовит, что просто она находит общий язык там, где я встаю в какой-то тупик или меня начинает что-то раздражать. Она очень контактный, очень добрый человек и находит просто-напросто со всеми, может общаться совершенно свободно. И это просто меня покорило и убедило в том, что да, выбор правилен. Я женился по любви. Единственный раз в жизни у меня мысли никогда не было, что, может быть, здесь кто-то другой будет ходить по комнате. Нет. Она и только она. И поэтому я и говорю, Марина, Маринка, любимая. Да, любимая. 33 года, да, я согласен, срок. Но это любимый человек, вы понимаете?